Огромнейший привет, мои дорогие, любимые подписчики, а также зрители канала. Мы опять у светофора, здесь не чищено, намело, смотрите, сугробы до входа. Мы опять у входа в светофор, посмотрим на новинки конца января. Здесь снега до пояса. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. На всякий случай напоминаю, обнимаю всех лайкнувших. Из посуды, смотрите, теперь какие-то тут при входе стеллажи с новинками, с основными такими интересными товарами. Жилеты еще висят, палочки. И вот здесь как выставка получается лучших товаров. Оказывается, еще большую форму завезли от Luminark. До 250 градусов выдерживает, 36 на 29. И она, посмотрите, какой объем. 4 литра 800 для гуся, для утки подойдет идеально. Да даже рулька свиная сюда поместится. И это стекло уже испытано. Жаропрочное. Luminark. Можно быть в посудомоечной машине. Новинки, джемы какие-то, посмотрите. Клубника. Я вижу тут коробки клюква. Джем клюква. Сейчас обязательно посмотрим состав. И джем лимон. 26 ноября изготовлено. Смотрите, какие яркие лимоны. Состав, например, у клюквы. Во-первых, ПТУ сделано. Сахар, ягоды клюквы, стабилизатор. Сейчас растянусь, что-то стало жарко. Стабилизатор пектин Е440, регулятор кислотности Е330, это лимонная кислота. Дальше натуральный пищевой краситель Е120 и ароматизатор. Все это можно посмотреть по таблицам. Я имею в виду вредность, насколько вредны все эти Е-добавки. Так, что еще? Дата производства ноябрь, конец ноября. Спецсервис ООО, Нижегородская область, Богородский район, деревня Кожевенная. В общем, клюква. Цвет не очень. Абрикос еще есть в наличии. Значит, здесь ягоды клюквы, там плоды абрикоса, а у клубники, естественно, ягоды клубники. У лимона плоды лимона. Ну, а добавки все остальные одинаковые. Все по-другому, по-новому поставили. Коробочки завезли сухофрукты, миндаль. 500 граммов в упаковке. Цукат ананаса полкило 158. Ну, в принципе... Я их тестировала, мне они не очень нравились раньше с химическим привкусом, но сейчас вы пишете, что они вроде бы нормальные. Арахис в кунжуте тоже вкусный, 103 рубля за полкило, но остановиться невозможно. Барни все уменьшается, 167 рублей за такую коробку, 30 граммов, 18 штук, в общем 540 граммов в упаковке. Вкусные, но в этот раз брать не буду уже, хватит. Лапшу уже брала много раз, восточная, 400 граммов, 30 рублей 70 копеек. Она очень вкусная, она пористая, 3-5 минут варить. Я когда бульон уже готов с овощами, просто бросаю в конце и выключаю. 400 граммов, и она сама там доходит, не разваривается, отличная, вкусная, самое главное. Итальянский пай все еще есть, с вишневой начинкой. Другой начинки пока не завозили, 400 граммов, 110 рублей. Он тоненький очень, но вкусный, сладкий, даже чересчур сладкий, это сдобная особа. Большая удача, завезли команды Trend, кто их искал. Притом белые, ЛДСП, четырехсекционные, 615 на 325 и 800 миллиметров, то есть 80 сантиметров в высоту. 2250 и 55 рублей. Похож на икеевский, вот 80 сантиметров в высоту, 62 в ширину и глубина 33. 4 ящика выдвижных. ЛДСП, это ООО 4А, мастер, Фрязино делает, Московская область, Фрязино, цвет белый. Набор ковриков для ванной комнаты, веселенькая называется, шестерка, по-моему, веселенькая шестерка, что-то такое. Интересный тропический принт. Есть в голубо-серых тонах, а есть в коричнево-зеленых. Что тут еще пишут? А это веселенькая семерка. Размер 0,5 на 0,8, две штуки. 100% полиэстер, обработка оверлоком. Фабрика напольных ковровых покрытий, изготовитель Нева, Санкт-Петербург. Красивые, но вот здесь скользящие. Видите, искусственный волок, капельки нужно будет здесь нанести. Герметика. Вот это народный такой секрет, народный лайфхак. Столы все еще здесь, коричневый цвет.
стол стандарт. Размер столешницы 1150 на 590 мм, а высота 750. Эта модель стола мне больше нравится, чем маяки, потому что здесь, видите, блестящие ножки, не крашеная серой краской. Коврики есть еще с медведями, с калибри. Одеяло верблюжьей шеи, двухспальня, 464 рубля. Ткань полиэстер сверху, Россия. Производство, наполнитель, шерсть, типон. А полуторка 394. Посмотрим, пощупаем. У него закругленные края. И очень редкая стежка. Вот. Но стежка не термостежка, а именно натуральная. Прошивка машинная. Дальше подушки вот такие с термостежкой уже. И пока они в вакууме, они плоские, но все равно они не очень хорошо набиты. Подушка 264 рубля стоит. Называется «Лебяжий пух». 70 на 70 квадратная, 1300 граммов. И пресс-сатин. Ткань верха. То есть синтетика, проплавленные шовчики. Анатомическая с эффектом памяти все еще здесь. 40 на 60, 12 сантиметров высота. Я возьму еще одну, потому что уж очень удобно она поддерживает спину. Мне понравилось. Только ей нужно время выдохнуться. Снимите чехол. Можно чехол постирать, он на молнии. 40 на 60, 1034 рубля. Сделано в России. Машинки вот такие детские. Они, я знаю, стоят в пределах 1000 рублей, 1100, по-моему. Тут еще столы. И вы меня просили, кто-то из вас просил назвать размеры вот этой сидушки. Размеры тут даны такие. 545 на 395 и на 890 в миллиметрах. Вес 4,5, нагрузка до 120. Стоимость 1219. Так, раз, два, да. Вот здесь получается как... Ну, не знаю, не буду обманывать. Вот оно что. Размер сиденья 395 на 400. Я надеюсь, что ваши все вопросы я удовлетворила. Так, плита отличная. Я на ней уже тестировала чугунную сковородку. И даже эта плита выдержала минус 5. Я ее использовала как раз в мороз. Все работает замечательно. Но сам баллончик где-то через 30 минут использования он заледенел. И пламя очень стало таким слабеньким. Медленно газ выходил из баллона. Но это из-за того, что все-таки мороз. Хоть баллоны и всесезонные, вот эти газовые написано. Но в мороз, конечно, они не так хорошо дают газ, как хотелось бы. Но это и понятно. Так, тут что-то такое интересное. Много-много посуды, всяких наборов. Это я вам все показывала. Теперь появились разъемные формы. Но пока что на них ценники не представляется возможным найти. Вок тут все еще есть. Советую вам его найти в коробках, забрать. 28 сантиметров в диаметре, потому что он литой, алюминиевый, хорошего качества. Толстые стенки. Отлично, он у меня уже протестирован. Естественно, видео есть на канале, вот он. И хорошее покрытие, антипригарное. Оно держится. Ручка мощная. Все плюсы. Химия теперь переехала в этот угол. Посуда уезжает в другой угол. Ну, посмотрим. В скором времени на изменения. Я думаю, осталось еще неделька-две. И все тут нормализуется. А пока что вот приходится пробираться как по джунглям. Так, по поводу этой расчески. Электрорасческой вы меня все спрашиваете. Расческа-выпрямитель электрическая. Мне она не очень понравилась. Я ее разглядывала и поняла, что с моими волосами она не справится. Во-первых, здесь очень частая вот сама эта расческа, сами ворсинки. И там вот идут металлические элементы, которые будут нагреваться и якобы выпрямлять волосы. Мои волосы не пройдут. Вот здесь будет все запутываться. Здесь тем более такие заусенцы. Вот здесь неровный пластик. В общем, будет все застревать. Рвать волосы мне. И вот здесь они у меня будут тоже застревать. Я уже знаю просто такие особенности вот этих расчесок. В общем, мне кажется, это не для густых, для прямых волос, которые вы просто хотите расчесать, привести вот такой в прилежный вид. Но не для густых, вьющихся. Я думаю, что с ними не справится эта расческа. Светильники.
светодиодные на стенно-потолочные. То есть хотите на потолок, хотите на стену, будет хорошо смотреться. Есть с цветочками, есть вот с такими разлиновочками. Три вида. И еще геометрия. 24 ватта. Что тут еще пишут? Вариант 1, вариант 2, вариант 3. Это мы уже с вами посмотрели. Пластик плюс металл. 6500 кельвинов температура цветовая. Цветовой поток 1700 люменов. Соответствует 130 ваттам. 24 ватта. Потребляемая мощность светодиоды. Так, сделано в Китае, конечно же. Светильник светодиодный. Какой-то тут 1,2 метра. Но это не то. Это фитосветильник. И вот кто будет рассаду высаживать, 9 ватт мощность, светодиодный для растений. Он светит розовым светом. И важная информация, что их можно, видите, линейно друг к другу прикреплять, подключать. Но общая мощность подключенных светильников не должна превышать 100 ватт. Вот, в линию можно их соединять. И здесь есть или должен быть соединитель такой. Ну, что-то не видно, не вижу я этих соединителей. Вот эти можно соединять. Вот, это про этот имеется в виду. Это вот этот светильник. А это уже совсем другой. Это светодиодная подсветка на кухню. Она такая немножко холодный свет, синюшный. Вот фитосветильник. Да, и здесь есть, видите, с одной стороны и с другой гнезда. Можно или в розетку сразу, или соединить один к одному. Вот отсюда вынули. Вот так. Так, что тут еще? Маринекс форма. Да, вот этот ценник идет к настенно тоже потолочному светильнику. Китай. Это про него. 40 ватт. А вот и гигантская форма от Luminarc, про которую мы с вами вначале посмотрели. Марка Франции, но сделано, по-моему, все это в России. К сожалению, нет ценника. Поищу в интернете, поскольку здесь перестановка. Так, и сделано. Давайте посмотрим, хоть кто производитель на самом деле. Здесь не написано. Можно мыть в посудомоечной машине, запекать в духовке. И это круглая форма такого же качества, отличного. Она круглая, бортики высокие, около 6 сантиметров. Тоже тестировала, она не лопается, даже если вы ставите ее в горячую раскаленную духовку. Из новинок уходовых появился крем для рук и лица EF 250 мл, стоит 34 рубля всего. Тут он проходит как омолаживающий крем с антиоксидантным эффектом, с экстрактами базилика и черной смородины. Да, 250 мл, значит, он 34 рубля стоит. На первом месте вода, цитиариловый спирт, глицерин, стеарат, мягенькая упаковка. И вот этот детский крем хороший, он уже проверенный, с ромашкой чередой, витамин СД, без парабенов, без красителей. Расфасовка такая же, 250 мл, но стоит в два раза дороже, 64 рубля. И вы тоже хвалите жидкое мыло этой же марки, 64 рубля стоит. Естественный баланс, тут целый литр, тоже без СЛС, без парабенов и красителей. Миндальный крем. Это увлажняющий крем-гель для душа, аромат миндаля, фа, пол-литра, большая расфасовка, 99 рублей. Завезли, посмотрите, сапоги мужские, зимние, 41-46, 656 рублей. И они в этот раз не на молнии, а на липучках. Так, ну-ка посмотрим еще. Да, на липучках сбоку, Эва не скользит, тут такая подошва-трактор. Вот как раз на эту погоду, на снег. Отлично. Самые большие 44 пока что мне попались. Да, 44, но они большущие. 43. Хороший искусственный мех внутри, теплый. Я в таких по участку хожу, как раз вот завалит, когда все снегом. Хотела сказать косить, нет, снег чистить самое то. Тапочки и калошки еще есть, но смотрите, калоши разбирают. Что-то еще тут такое мягенькое завезли. Одежда какая-то, коробки. Так, галоши утепленные женские. Так что поступление еще галош. И вот еще что-то такое мягенькое. И здесь сорочки женские.
Овальные тазы, не помню таких, 71 рубль. Смотрите, какие маленькие, удобненькие. 10-литровые. Россия. Да, удобно, когда что-то небольшое такое. Нужно замочить, допустим. И есть значок для пищевых продуктов. Made in Russia написано. Пластик тонкий, возможно, хрупкий. Очень красивый цвет. Кроме вот такого молочного, есть еще нежно-розовый. Это как припыленная роза. Корзинки 134, тоже привезенные. За 3 штуки. Дешевле, чем фикс прайс. Для хлеба, сухарей. А к тем тарелкам есть еще пиалы, или косушки, или коса, или кесе, в общем, кто как называет. Конечно, такие тарелки. Все на них смотрю, но брать не буду, хоть и красивые, но куда уже. По поводу этих сумок, удобно использовать, они холщовые, прочные. Кому длинные ручки, можно укоротить, хотя ручки, видите, такие тоненькие, будут врезаться, конечно, в плечо. Их можно и на плече, и в руках нести. В общем, замена полиэтилена. Дальше тоже по поводу этих полосатых полотенец. Вы мне написали, что удобные и для кухни используйте, кто как использует. Чистый хлопок, бюджетная цена. В прошлом видео цену я вам называла. Посмотрим на размер. 50 на 80, 100% хлопок, махровая, жаккардовая. Самое главное, цвет универсальный. Под любую кухню подойдет. А для эстетов есть кофейная тема. 100% хлопок, коричневая, бежевая. И олива. Там оливки. Но ценники с той стороны. 137 рублей набор, а эти 122. Тут просвечивает. Вот олива, кстати. Тоже красивая. Смотрите, какие у кого в зеленых оттенках кухня. Красивые какие. Тут сколько? Два полотенчика. Они просто загнуты. Два полотенца 30 на 60. Две штуки. 100% хлопок. Сделано в Узбекистане. В общем, хотите кофе, хотите оливки с маслинами, все есть. Невиданное чудо, в светофор завезли ананасы, представляете? Стоит 82 рубля за килограмм. Я думаю, нужно взять и разрезать, посмотреть. Так, и еще можно, ой, они тут есть какие-то подмороженные. Еще можно проверить, как раз лайфхак. В общем, щупайте, чтобы не были гнилые, чтобы не были плесневые. Еще можно посмотреть лайфхак, как там откручивают у ананаса верхушку и потом вот вынимают вот эти штучки. Но, по-моему, этот лайфхак не действует. Возьму, конечно, ананас. Мы должны с вами посмотреть, что продается. У меня тут уже два тазика. Ну, мне кажется, они какие-то подмороженные немножко. Что за производитель? Ничего не видно. Коста-Рика. А здесь в холодильнике киви. Красота. Argo Trade 81,60. Иран. Киви можно набрать. Да, есть мягенькие, есть хорошие, есть не очень. Сейчас наберу немножко киви. Вот маленький ящик. И на кассе взвесим. Какие ящички аккуратненькие. Так, ну, я чувствую, что киви неплохие. Потому что вот они. Твердо мягкие. Не дубовые и не гнилые. Даже, смотрите, наклеечка. Ну-ка. Наклейка с телефоном. Можно позвонить продавцу. И опять гранаты, но уже немножко они других производителей. В сеточках гранаты неплохие, но, по-моему, они не очень, как это сказать, не очень зрелые. Вот, внутри кто-то расковырял. Видите, они светлые внутри, могут быть кислыми. Но ради гранатового сока, например, можно купить. Теперь они подороже чуть стали. 107 рублей Турция за 1 килограмм. Я смотрю, люди выбирают, набирают. И что это, лимоны? Лимончики тоже можно взять. Так, кто тут раскидал? А лимоны? Лимоны 63 рубля Турция. Да, лимоны хорошие, гладенькие. Ну, а все остальное мы с вами уже видели. Стоит обратить внимание на сыр «Дружбу», «Виола», «Валио». 137 рублей стоит за упаковку. И это большая распасовка, 400 граммов. Вот он, плавленый сыр «Дружба», желтый, окантовочкой. 137 рублей, 35% жирность.
все остальное, вот, или полупустое, или то же самое, что я вам уже показывала, там колбасы от Черкизова и все такое прочее. Так, масло сделано под Экомилк, но это не Экомилк, видите, оно мягкое. Это ИП, 72,5% жирности, хотя написано без заменителя молочного жира, полкило, 101 рубль. И есть еще продукт растительно-сливочный, крестьянский. Каши дружбы нет, но осталось пшено в пакетиках. 28 рублей, 400 граммов, 5 пакетиков по 80 граммов. Так, там не то. Каша мати 43. В общем, пора выдвигаться. Сейчас я вам покажу, что я в результате выбрала. Ананас. Будем разрезать пропад, стоит брать или нет. В светофоре дружба. Так, тазики. Несколько лимонов Турция. И, конечно же, киви. Витамины зимой, витамин С. То, что нужно. Кстати, вот те лимоны, которые, помните, я заготавливала, показывала вам несколько способов. Они у меня уже закончились, и это оказался очень удобный способ. Достаете контейнер из холодильника в любой момент, когда готовите чай или вообще вам захотелось кисленького. И все, вынули пару долечек, и там еще и сахарный сироп. И не нужно тратить время, не нужно думать, есть ли у вас лимоны или нет. Поэтому с этими лимонами я, скорее всего, то же самое сделаю. Они еще необычные, они какие-то желто-оранжевые. Посмотрим. Специи. Что здесь? 5 перцев именитые. В предыдущей версии был там душистый горошек, который все портил. Здесь он вроде бы тоже есть. Ценников нет, потому что перестановки. Сделаем на это скидку. Так, мельнички. Одна мельница и 5 баночек. Смесь перцев для курицы итальянской кухни. Универсальная и морская соль. Но мельничку надо переставлять. У кого-то она уже поломалась. В общем, такой сомнительный наборчик. Молочные коктейли уже закончились, но есть пюре фрутоняня с 5 месяцев, 180 граммов, 37,40. Потом есть вот такое пюре яблоко с 4 месяцев, 34 рубля. А, коктейль, вот он молочный, еще один возьму. Нам нравится. Клубника земляника, 23 рубля за 200 миллилитров. Ну вот и все на сегодня. В светофоре еще продолжается здесь перестройка, переделка, перестановка. Надеюсь, что завезут много-много новых товаров и для них готовят новые места, новые стеллажи. А если это видео было вам полезно, интересно, спасибо за лайк, комментарий, подписку. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ. Желаю вам только полезных и бюджетных покупок.